Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я приготовила невероятно вкусный салат с копченой курицей. Сыра в этом салате нет, но на вкус кажется, что в салате очень много тертого сыра. Сейчас я вам расскажу, как я его приготовила. Для салатика нам понадобится 1 куриный варено-копченый окорочок, крахмал, яйца, соль, растительное масло, яблоко, чеснок, майонез и лук для украшения. Сначала готовим омлетные блинчики. Для этого в мисочку разбиваю яйца. Немножечко присаливаю. Добавляю сразу весь крахмал и хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков. Сковороду хорошо смазываю растительным маслом и жарю с этого теста блинчики. У меня с этой нормы получилось 2 тоненьких блинчика. Дальше занимаемся курицей. С окорочка снимаем кожу. Освобождаем мясо от кости и нарезаем мясо соломкой или брусочками. Складываем мясо в салатник, в котором будем готовить салатик. Яблочко разрезаю на 4 части, вырезаю серединку, очищаю кожицу, нарезаю тоненькими пластиночками и далее тоже тоненькой соломкой. Блинчики разрезаю пополам, сворачиваю плотненько рулетиком и нарезаю тоненькой соломкой. Делаю заправку для салатика. Взяла майонез. Можно взять майонез пополам со сметаной. Добавляю пропущенный через чеснокодавку чесночок, перемешиваю и заправляю салатик. Готовому салатику надо дать постоять в холодильнике хотя бы час, чтобы он пропитался
соусом. Попробуйте, приготовьте. Салат невероятно вкусный. Здесь очень хорошее сочетание копченой курицы, чеснока и омлетных блинчиков. Для украшения салатика подходит зеленый лучок. Можете украсить также по своему вкусу. Попробуйте, приготовьте, и этот салатик с первого раза покорит вас и ваших близких. Приятного всем аппетита!